крае зарегистрировано 374 случая гриппа в настоящее время, 19 случаев зарегистрировано в Анапе. Это все сезонный грипп. Но ждем мы грипп, повышение заболеваемости, ждем в середине января, феврале месяца. Заболели в основном непривитые и заболели беременные женщины, которые не захотели прививаться, хотя имеется вакцина, неопасная вакцина, предназначена для вакцинации именно будущих мамочек. Местному населению, конечно, сейчас уже прививаться поздно. Проводилась кампания прививочная. Местному населению уже прививаться поздно. Нужно запасаться противовирусными препаратами, укреплять свой организм, витамины, здоровый образ жизни, обильное питье, беречь себя.